В начале пути человек учился выживать в окружающей среде. Он проходил множество преград, чтобы удовлетворить свои нужды. Пока однажды зерно идеи не проросло в его сознании. Тогда человек понял, что при помощи науки он способен создавать технологии, исследовать стихии природы и улучшать окружающую среду. Наука стала для человека ключом к благам Земли. Он осознал, что постоянные исследования дарят свои плоды. Взрастив в себе стремление к прогрессу, он засеял поля культурными ценностями, на которых выросли высокие технологии, призванные открывать непокоренные горизонты. Человек при помощи научных достижений защищает мир животных и растений. Сельскохозяйственная отрасль неразрывно связана с заботой о природе. Эта связь делает человека осознаннее, а мир прекраснее. Ежедневно мир ставит перед нами глобальные вызовы. Находим пути их решения.